Всем приветики, ребята! С вами Соня, и сегодня 3 июля. Завтра День независимости, 4 июля, будет праздник. Ну, сегодня уже многие не работают, поэтому мы собираем вещи и едем к океану на кемпинг. Сейчас будем собирать вещи, поэтому, если вам интересно, то поехали! Вещи практически собраны, но я не забыла и потренироваться, потому что впереди нас ждут выходные, в которые мы будем есть. Я сейчас по дороге еще обязательно в Макдональдс заедем, я это точно знаю, поэтому обязательно надо потренироваться, не пропускайте тренировки. Фух, огонь! Приехали в лагерь. Вот такой наш спот на две палатки. Там ребята надувают лодку. Сейчас собираемся еще на пляж пойти. Да. Мы идем на пляж. Это видно по моему виду. Без слов на зоке. Сань, вы знаете, если по твоему виду видно, что ты на рынок идешь ягодами торговать. Да. Вот если бы я была супер красивой бикини-модель, то я бы сейчас шла такая вся вот так вот. А я иду просто со стулом на спине. Вот как это вообще называется? У меня не раскрытый потенциал. Может быть. Еще один вот потенциал. Время меня толкает. Ну-ка, как вот я вот так вот встану? Со стулом нормально будет? Да, и с морковкой, и редиской на пакете из Алди. Давай. Вот такая у меня судьба. Посмотрите, какая благодать. Смотрите, там перец. Кто перец? Тут на песке куча ям, в которых живут крабики. Вот такие ямы. Они огромные, но большие, значит, там большие крабы, не маленькие живут. Их тут прямо очень много. Вот, смотрите. Говорят, что сейчас солнце будет заходить, и они будут тут бегать. Я очень хочу посмотреть. Скатерть самобранка. Да, Тима первый там сидит, ждет в ожидании. Вот так вот, дядя Игорь. Ой, вкуснятина. Так все красиво вы разложили. Как будто на шведском шведский стол в ресторане. Значит, идем умываться. Доброе утро. Только что вы слышали. Даже сейчас слышно, прислушайтесь. Звуки, под которые мы спим. Ночью. Звуки природы. Дикой природы. Стрекотание. Пошлите умываться. Приветики, по традиции сниму телефон. Вот такие умывалки. Сушилки, даже спеленальный столик. Ну и там туалет. И тут, конечно, погрязнее, чем в прошлом кемпинге, но тоже очень даже мило. Есть горячая вода, и все отлично. На самом деле тут у некоторых людей не только палатки стоят, но и такие целые дома на колесах. Это выглядит очень прикольно. Наверное, на них комфортно жить, уютно. Мы прям мечтаем, что мы тоже такое купим и какое-то время поживем по кемпингам. И домишках есть. Как вам? Просто в такой поселился и ездишь из парка в парк.
по всей Америке. Навстречу вперед к приключениям. Смотрите, у нас тут даже есть плита. Я вот сейчас разогреваю молоко. Будем кушать кашу. Так что все условия соблюдены комфортного житья-бытия. 9 утра, даже 10 нет, а мы уже на пляже. Очень теплая вода. Просто кайф, нет волн. Так что я уже вся испытанная, довольная. Просто кайф. По других слов нет. Послушайте, как шумит океан, точнее океанский залив. Конечно, океан громче. Смотрите, нам повезло, к нам приплыли дельфины. Надеюсь, вы сейчас увидите, они тут прыгивают периодически. Почему он не убегает? Он что, сдох? Не знаю, я хочу сделать селфи с крабиком. Смотрите, кто к нам пришел. Это Мишка? Это Мишка? Это Мишка, я? Да. Мишка! Мишка! Тут крабик, а тут Мишка. Тут Филипп пытается сделать селфи с крабиком. Я была на море, и тут был краб. Просто чтобы вы поверили мне. И собака еще была тут тоже. Надеюсь, он сейчас меня не схватит за что-нибудь. Этот крабовский. Ну что, ребята, сегодня уже вечер второго дня, 4 июля, праздник. Сейчас у нас будут шашлыки. И мы накупались просто настолько счастливо. Так мечтала уже об океане. И вот, наконец-то, мы сегодня были на заливе. Там не было таких сильных волн, как обычно на океане. То есть мы просто кайфовали. Наши палатки... Все, пошли жарить шашлыки. В общем-то, мы сейчас делаем шашлыки, нанизываем на шампур мясо. Будем жарить. Смотрите, вот у нас получился шашлык. Есть куринда, есть баранина. Просто супер, как в России. Мне кажется, мы тут единственные, кто шашлыки готовит. Там у нас вещички сушат. В общем, я бы тут, наверное, неделю жила. Мне очень нравится. Смотрите, мы оставили сумки. И сами ушли на пляж, и просто пришла белка и съела вон овсяную кашу, сумку прогрызла, даже две. И съела орешки, семечки, хлеб поела. Короче, вообще такая сволочь, дикая какая-то белка. Просто ужас, сама такая жирная, она уже снова приходила. Хотела еще, видимо, что-то найти, но увидела нас и ушла. Но я такого, конечно, вообще еще не видела. Вот эту сумку тоже прогрызла. Кошмар. Сегодня у нас День независимости. И что там, что-то стреляют? Вон, салюты, видите, салюты? Ура, праздник! Ну что, с праздничком? Ну да. Ура! Ура, ура, ура! Три раза. Да, Тим? Тим, ты снимаешь? Смотрите, видите, вот одна луна, полнолуние, дальше яркая звезда, это планета Юпитер. Как раз на фильном приложении это видно, что вот эта луна, затем видно планету Юпитер, и затем, наверное, на моей камере вообще не видно, да, на моей камере не видно, но там на самом деле есть еще одна звезда, и это, как это сделать, чтобы было видно, не видно. В общем, тут еще одна, это Сатурн. И сегодня такой день, когда будет лунное затмение. Да, Филь? Так, мы разогреваем на огне уже маршмелки, чтобы она мягкая стала и не золотистой корочкой. Все, как она разогрелась. Да, как она разогрелась, мы ее кладем на печенье с шоколадкой. Сверху накрываем еще одной печенькой. Вот, и такое божественное блюдо у нас получается. Мы его кушаем. Очень вкусно. Всем приветики.
сегодня мы уже уезжаем домой, но перед этим мы решили сходить еще на пляж. Я опять со стулом за спиной, вся такая красотка на третий день жития в кемпинге. Супер, я бы отсюда еще не уезжала, неделю бы тут жила. Мне так нравится. Сегодня, кстати, было ночью прохладно. Я плохо спала, из-за этого мерзла. Сонь, куда идешь? А ты снимаешь? Ну не снимай! Филь, ну не снимай! Не снимай, Филь! Ты что, снимаешь, что ли? Да не снимай, ну Филь! Ну не снимай! Ну вот и все, сложили палатки. Загрузили все в машину и поехали. Видок у меня, конечно, уже на третий день не самый лучший, но тем не менее. Спасибо большое, что были со мной, что смотрели этот влог. Надеюсь, вы немножко почувствовали... Так, Филипп завел машину. Надеюсь, вы почувствовали эту атмосферу солнца, моря и немножко порадовались вместе с нами. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!